Всем привет! Итак, я посмотрел это. Мучить вас очень подробным историческим обзором не буду. Для того, чтобы сформировать адекватное представление об увиденном, не нужны ни Google, ни вылазки в архивы. Достаточно вот этого. Лучший антидуть, по моему мнению, это сам Дудь. Поехали! Итак, о преступлениях режима нам рассказывает... Имея там психологическое образование, да, я, например, в этом вижу, что страна вообще, она просто осиротела. Психолог? 2 часа о самом противоречивом периоде истории страны нам рассказывал психолог, директор государственного, подчеркиваю, государственного музея ГУЛАГа, 36-летний психолог. Да не просто психолог, а выпускник УРИО, Университета Российского Инновационного Образования, шарлатанской конторки, которая была еще 3 года назад лишена госаккредитации. «Не врите!» — закричат мне. Роман Романов закончил не только УРИО, он прошел обучение... Не закончил, прошел обучение по профилю музееведения в АПРИКТ, Академии переподготовки работников искусств, культуры и туризма. Это, отвечу я, точно такая же контора, доведенный до нищеты огрызок советского Минобра, у которого нет даже сайта, зато есть ценники на обучение на страницах ВКонтакте. Это и есть квалификация для вынесения приговора целой эпохи? 20 миллионов человек... Это цифра, количество людей, которые прошли через лагеря. Вы что, издеваетесь надо мной? Это квалификация для работы с источниками? Да ладно, но самое смешное, директор музея, недоучка Романов, совсем недавно получил медаль за заслуги перед Отечеством 2-й степени. Точно такую же, как у меня. Правда, мы разное повидали в жизни с Романом, который вошел в президентский совет по развитию гражданского общества и еще в Общественную палату Москвы. Он же выбирал памятник для стены скорби, стены, которую сам же и предложил установить. Офигенно! Так вот, кто нам промывал мозги целых 2 часа. Мне на память, уж извините, приходит 2010 год. Владимир Путин выполнил просьбу вдовы Александра Солженицына. Книга «Архипелаг ГУЛАГ» включена в школьную программу. Подготовкой адаптированной версии произведения занималась сама Наталья Солженицына. Она сократила оригинал в 4 раза. На встрече с вдовой писателя Путин подчеркнул значимость архипелага ГУЛАГа для России. Без знания того, что здесь изложено, у нас не будет полного представления о нашей стране, и мы с трудом будем думать о будущем, сказал премьер. В издательстве «Просвещение» уже выпущено 10 тысяч экземпляров книги. Если возникнет потребность, в дальнейшем могут быть напечатаны дополнительные тиражи. Ну как бы вы поняли, да? Посмотрим, кто еще помогал автору в Москве докапываться до правды. Первое же имя – доктор исторических наук Галина Иванова. Кто такая? Да вот же она, Галина Иванова, в гостях у Романа Романова. Сравнивает преступления советского и царского режимов. Послушаем. А что касается смертной казни, то в целом в России казнили нечасто. Делались даже попытки вообще отменить смертную казнь. На протяжении всего 19 века было казнено около 900 человек. То есть между Павлом I и Николаем II казнили примерно по 9 человек в год, говорит нам доктор исторических наук. 9 человек в год. Каждый, кому интересно, может зайти в музей Пушкина в Петербурге хотя бы и почитать, как убивали декабристов, как умирали декабристы. Тетя, только за первую половину 19 века в царской России произошло 1500 крестьянских восстаний. Почти все они заканчивались в лучшем случае батагами и палочным строем, а в худшем – расстрелами и виселицами. Я не говорю о том, что Галине Ивановой пришлось бы обнулить всю российскую классику от Белинского с Чернышевским до Некрасова и Толстого. Я просто хочу показать вам уровень исторической экспертизы в нашем творении. А почему такой уровень? А потому что работает Галина Иванова в ИРИРАН, бывшем Институте истории Российской Академии наук Советского Союза, который при Ельцине был превращен в заповедник антисоветчины и непрофессионализма. В Советском Союзе этот институт всегда возглавляли преимущественно, в 90% случаев, академики. Я уже давно привык
выслушивать упреки в переписывании истории. Нынешний руководитель института Петров лишь доктор, но доктор с очень интересным уклоном. Кандидатская диссертация Петрова «Роль акционерных коммерческих банков в формировании финансовых капиталов царской России». Докторская диссертация руководителя Ивановой называется «Московская буржуазия в начале 20 века». А теперь посмотрим на исторические изыскания самой Галины Михайловны. Батюшки Светы, да тут один сплошной гулаг, да еще и преимущественно на немецкие деньги. 5 международных стажировок в Германии, исследование темы «Уголовные преступления несовершеннолетних при Сталине», оплачено обществом Макса Планка, Германия. Вот какую нам предлагают научную базу. Ну и самый исторический писк от доктора наук. В 2006 году Иванова, вот эта самая консультировавшая Дудя Иванова, издает книгу с названием, вот просто посмотрите, да, найдите на Озоне или на любом другом интернет-магазине эту книжку, она еще продается. «История ГУЛАГа с 1918 по 1958. Вы не ошиблись, так и называется. Кто все эти люди, чтоб учить меня жить? Пускай они отвалят, я решу все сам. И никакого дела до моей любви. Все эти гребаные люди просто пыль-глаза». Ну что же, это были цветочки. Давайте теперь выключим Google и включим голову. Что же целых два часа рассказывает нам наш любимый, наш дорогой футбольный обозреватель? Ежов возглавил НКВД в 1936-м, а уже через 3 года был арестован, обвинен в подготовке антигосударственного переворота и расстрелян. Какая нехорошая, какая страшная эпоха. Палачи репрессированы. А как у нас сегодня происходит, в эпоху свободы и демократии? Тех, кто выносит несправедливые приговоры, их часто настигает возмездие? То, что он еврей, сыграло какую-то роль в этом? Сейчас тебе скажу ужасную вещь. Его первый следователь был еврей. Самый страшный и самый безжалостный. И опытом тоже расстреляли. Выходит, в Советском Союзе не было никакого национализма, и еврей мог осудить еврея. Очень интересно, согласитесь. А вот Роман Романов, Сал и Гербер, почему-то рассказывают нам, что считают тему Холокоста и тему сталинских репрессий одной темой. Это как так получается? Потому что это тоже какой-то степень истории негативы. Не совсем в прямом смысле, но достаточно близко. Получается интегральное представление о 20 веке. Ну, то есть у людей складывается более полное представление. И как много сразу возникает разных вопросов. Почему, почему, почему? Дочь Королева, Наталья Королева, центральный персонаж фильма. Кстати, мы просили организовать интервью с ней как раз во время пресловутой встречи с Дмитрием Рогозиным. Просили его. Ну, чтобы предотвратить антисоветские спекуляции на имени Сергея Павловича. Нам было отказано тогда. Нам сказали, что Наталья Королева плохо себя чувствует. Так вот, дочь Королева говорит. Любил свою страну, как, может быть, другие даже не любили ее. Патриотом какой страны был Сергей Королев? Царской, императорской России? Может быть, Российской Федерации? Вроде бы нет. Почему же нам показывают в момент, когда о патриотизме Королева говорит его дочь, вот этот триколор? Давайте предоставим слово самой дочери Сергея Королева, Наталье Королевой, той же самой Наталье Королевой, только в другом интервью. Чувство озлобленности против власти, против государства, которое его несправедливо осудило, у отца не было. Он был и остался настоящим патриотом. В 52-м году, еще при жизни Сталина, он подал заявление о приеме в партию, в которую он искренне верил. А в июле 53-го, когда истек срок его кандидатского стажа, он был принят в члены КПСС. С одной стороны, он был убежден в том, что хочет быть коммунистом, а с другой стороны, понимал, что все важные вопросы решались на уровне руководства партии, и руководитель большого дела не мог быть в стороне от партии. Во всяком случае, когда умер Сталин, отец мой написал такие записки его. Я привожу их в своей книге. «Умер наш товарищ Сталин». Очень тяжело он переживал эту утрату.
«Жизнь в шарашках! О, сколько мог бы сделать Королёв, если бы не Сталин!» — восклицает глупый долговязый пингвин. «Да нисколько бы! Никто ничего бы не сделал, потому что из гаража в космос ракеты не летают. Запуск в космос ракеты или создание ядерного оружия, или оборона Ленинграда, предположим. Это мощнейший комплекс организационных мероприятий, мобилизация тысяч и тысяч людей, грамотное планирование». При этом личность вообще не имеет значения. Даже если это уникальная личность, талантливая личность, выдающаяся личность, и тем не менее, она ничего не значит. Не было бы одного гения, нашелся бы другой, нашли бы, воспитали бы. Я вот недавно был по приглашению в Сарове, в прошлом Арзамасе 16. Был в гостях у родственников академиков, создателей советской атомной бомбы. Во-первых, вот как выглядела шарашка там. Шарашка, где работали академики. У каждого спецснабжение и коттедж. Во-вторых, академикам сказали, и они об этом прямо пишут в своих воспоминаниях, не будет атомной бомбы к определенному сроку. Расстреляем. И бомба была. Появилась бы эта самая бомба, если бы условия у академиков оказались мягче. Черт его знает. А что, если не появилась бы? И, кстати, все они, как один, академики вроде Юлия Харитона, которого сталинская власть отправляла, кстати, учиться в Англию, были истовыми советскими патриотами, представьте себе. А знаете, что было бы, если бы кнут и пряник, применявшиеся советской властью, не помогли создать атомную бомбу? Операция «Дропшот», разработанный в 1957 году Пентагоном план ядерной и неядерной войны против СССР и союзников для предотвращения экспансии Советов в Западную Европу. «Дропшот» предполагал нанесение 300 бомбовых ударов по 200 объектам в 100 советских городах, результатом чего должно было стать уничтожение 85% советского промышленного потенциала в первые же часы. Так вот, почему все эти задумки так и остались немыслимыми, как операция «Немыслимая»? Мыслимое когда-то. Потому что им была противопоставлена железная организационная воля советского руководства. И потому что советская атомная бомба была таки демонстративно испытана в срок. А без этого всего, без всего этого кровавого тоталитаризма и сталинизма, 11 октября 1986 года в ГДРовском городе Потсдаме в семье военнослужащего советской западной группы войск едва ли появился бы на свет автор нашего нашумевшего YouTube-творения. Все члены нашей экспедиции были одеты примерно одинаково. Утепленные термоноски, специальные ботинки, два слоя термобелья и на ногах, и на верхней части тела, непромокаемые штаны. Вы же знаете, зритель всегда обращает внимание на задний план. Так вот, задний план везде один. Тотальная разруха, деградация, развал, вырождение и запустение. И это никак, при всем желании, нельзя свалить на Сталина. Сталин давно помер, друзья. Кто-то другой тут поработал. Кто-то другой создал весь этот ужасный апокалиптический антураж, в котором вещает гражданин Дудь. Кто бы это мог быть? Нам говорят, что в ГУЛАГе работали 20 миллионов человек, 2 миллиона погибли. Окей, я капитулирую перед этими цифрами, я сдаюсь, я не знаю. Это ужасная драма, это трагедия. Она была давно, она была в прошлом, о ней надо помнить, она была давно. Но предположим, 20 миллионов, 2 миллиона. У меня возникает маленький дурацкий вопрос. А какого хрена все то, что за бесплатно в мороз минус 55 градусов построили 20 миллионов человек, было роздано в частные руки? Не в 20 миллионов частных рук, а в какие-то одни шаловливые частные ручки. В ручки, которые ни черта не строили и ни черта за 30 лет не построили. В руки, которые при кровавом Сталине точно занимались бы созидательным трудом на каком-нибудь лесоповале. При Сталине такого не было. И вот мои вопросы. Ах, Магадан отрезан от внешнего мира. Как же так получилось, что государственное Ленское объединенное речное пароходство, в состав которого входил Зырянский речной порт, из 1100 единиц транспортного флота водоизмещением в 610 тысяч тонн сохранило на настоящий день лишь 200, каждая из которых построена до 1991 года. При Сталине такого не было. Как так получилось, что в 1995 году было приватизировано и разрушено крупнейшее современное тогда объединение «Северо-Восток Золото», в которое входили 32 дочерних компании, дочерних предприятия, в том числе 2 морских порта и 5 машиностроительных заводов с общим числом работающих 100 тысяч
человек. При Сталине такого не было. Как получилось, что были отданы в частные руки все золотодобывающие комбинаты страны? Сусуман золото, строившееся комсомольцами, не одними зэками, рудник имени Матросова и другие, многие другие. Какое отношение к Магадану, ответьте мне, пожалуйста, господа антисталинисты, имеет Сулейман Керимов, владелец компании, главной в России золотодобывающей компании «Полюс»? Точнее, почему Керимов до сих пор не имеет никакого отношения к Магадану? При Сталине такого не было. На кого вообще работает сегодня демократическая, антисталинская, с памятниками преступлениям режима Колыма? На кого работает государство? Почему государство и даже частные собственники практически полностью прекратили на Колыме геологоразведку? При Сталине такого не было. Вот такие вопросы приходят мне в голову, дорогие друзья. А кто же управляет всем этим процессом? Не тот ли, кто в Твиттере сейчас рекламирует фильм Дудя о Колыме? Вот в 2005 году Путин на Магадане обсуждает странную, мне кажется, идею допустить к золотодобыче физических лиц. А Кудрин тут же советует. Минфин одобрил приватизацию государственных золотодобывающих предприятий. Алексей Кудрин, видимо, считает, что частная инициатива также способствует увеличению добычи золота. Сегодня этим предприятиям уже не нужна забота государства. Они нормально функционируют и контролируются, никаких нарушений с их стороны нет. Мы их постепенно выставляем на плановую приватизацию, сказал он. Приватизация не должна создать проблем для контроля за оборотом золота, поскольку большую часть золота выкупают и экспортируют банки. Тут один вопрос. Люди, воспитанные в сталинскую эпоху, непременно задали бы этот вопрос. В чьих интересах экспортируют? В чьих интересах выкупают? И каковы результаты? Собственные результаты, по-моему, очевидны в каждом кадре этого фильма, в каждом эпизоде. И нужно быть просто идиотом, чтобы, натыкаясь на все это, не задаваться новыми и новыми вопросами. Здесь находится станция юных техников. Здесь ребята, школьники обучаются. Здесь кружок авиамоделирования, ракетомоделирования. А в 86-м году руководитель вот этой станции юных техников Александр Смирнов уговорил местные власти о том, что здесь можно будет установить вот эту кабину. Ее привезли из Магадана за 700 километров отсюда. Блин, то есть в 80-х работник советского образования мог притащить для детей к черту на куличке кабину самолета. Разрезать самолет и притащить кабину самолета для детей. Просто чтобы дети приобщались к авиации. Это было можно сделать тогда. А сегодня у нас это происходит ведь сплошь и рядом сегодня, да? У нас ведь такая жизнь сегодня, что каждый преподаватель, каждый руководитель образовательного учреждения думает о детях и возит им по кускам самолеты. Ну, чтобы они не забыли о том, что такое авиация. Правильно? Так ведь у нас сегодня происходит? При Сталине такого не было. 2 часа нам рассказывают, что выбраться из колымского белого ада было невозможно, только лишь в виде тушенки. Однако бабах, в середине фильма внезапно освобождается придворный композитор императорской фамилии. Он преподавал цесаревичу Алексею музыку. Да, да, он был его учителем. Потом, так сказать, события так развернулись, что он попал на Колыму. И здесь, в лагере, он написал целый цикл музыкальный, фортепианный, без инструмента, просто на обрывках бумаги. Это как так-то? Ведь его должны были отвезти и закопать в Ганиной яме, расстрелять в Ипатьевском доме еще раз вместе с царской семьей. А нет, освобождают. Освобождается Королев. Королев освобождается, за которого заступаются лучшие люди страны тогда. Кстати, лучшие люди страны тогда — это летчики, а не олигархи. Они заступаются за Королева, и Королева освобождают. Так бывало? Разве так могло быть? Не бывало же, ведь всех в мясорубку закручивают. И все отняли. Все. Жизнь, профессию, любовь, Марусю, родину, веру — все ты отнял. Ах, вот ты для чего сюда приехал. Кстати, олигархи у нас сегодня весьма неохотно заступаются друг за друга, да ведь? А ведь это они теперь вместо летчиков и космонавтов. Зачем аресты? Зачем Тухачевского расстреляли? Дурацкая шпиономания кругом. Все во всех видят врагов. До сумасшествия. Потому что я, когда читал «Судьбу барабанщика», я оглядывался. Мы жили в такое время. Ну, шпионы. Ведь не было за спиной у Советского Союза ни гражданской войны, ни интервенции, ни террористических организаций иммигрантов, РОВС или НТС, ни диверсий на предприятиях. Так ведь не было этого ничего. Нет. А всех, кого расстреляли напрасно.
Ну, вот вам тогда для баланса несколько цитат. 28 августа 1924 года вспыхнуло намеченное по плану восстание на Кавказе. На рассвете вооруженный отряд Ноя Жордания напал на мирно спавший городок Чиатуры в Грузии, перебил местных советских должностных лиц и завладел городом. Террористические акты, убийства и взрывы прокатились по всему Кавказу. Были сделаны попытки захвата нефтяных промыслов. 2 мая 1927 года агенты британской разведывательной службы и полиция совершили налет на контору Аркоса, англосоветского акционерного общества в Лондоне. Они арестовали служащих общества и обыскали помещения, взломали ящики столов и сейфы и даже просверлили отверстия в стенах. Английское консервативное правительство объявило о разрыве дипломатических и торговых отношений с Россией. В то же лето были совершены налеты на советские консульства и другие официальные учреждения в Берлине и Париже. В июне был убит в Варшаве советский посол в Польше Войков. В партийный клуб в Ленинграде были брошены бомбы. 27 октября 1935 года на Шумихе было организовано крушение воинского поезда номер 504. Поезд, шедший с большой скоростью, километров 40-45, влетел на восьмой путь, на котором стоял маршрут с рудой. Убито 29 красноармейцев, ранено 29 человек. Книжка называется «Тайная война против Советской России», написана американскими коммунистами Каном и Сейерсом по материалам процессов эпохи больших чисток. Где-то утрируя, где-то преувеличивая, авторы, тем не менее, рисуют нам весьма правдоподобную картину диверсии и саботажа, происходивших тогда по всей территории Советского Союза. Не случайно книжка становится в США очень популярной, как и фильм «Посла Джозефа Дэвиса», снятый кинокомпанией Warner Brothers. В нем американцам доступно объясняют, зачем были нужны сталинские чистки. Факты, а не вымысел, сообщает трейлер. Тухачевский. А вот и ваш волк в овечьей шкуре. Гражданин Тухачевский, вы слышали утверждение Бухарина, что вы были военным лидером троцкистского блока. Как свидетель, вы желаете опровергнуть или подтвердить это утверждение? Утверждение верно. Вы были готовы захватить Кремль силой? Да. А что должно было случиться с товарищем Сталиным и другим официальным правительством? Они подлежали устранению. Реакционные элементы в Англии определили политику по созданию сильной Германии. В то же самое время они кричат ложь в прессе по поводу слабости русской армии и беспорядков в Советском Союзе. Вы имеете в виду, что эти элементы фактически воодушевляют немецкую агрессию? Нет никаких сомнений, что в их планы входит подтолкнуть Гитлера к войне с этой страной. Я это зачем говорю? Почему привожу эти примеры? Не к тому, чтобы все оправдать или перекрасить, или замести под ковер. Я к тому, что не с бухты-барахты начались когда-то репрессии. А были они отражением колоссальных противоречий не только в нашей стране, но и в мире. Мир катился к новой войне, мировой войне. Белоруссия, где взяли папу Шифрина, в момент его ареста разделена пополам так называемой линией Сталина, укрепрайоном из дотов, окопов и траншей. Советский Союз ждет вторжения со стороны фашизирующейся Польши маршала Пилсудского. А по обе стороны линии Сталина идет настоящая партизанская война, о которой вы, скорее всего, ничего не слышали. Вроде сегодняшней войны на Донбассе с ежедневными терактами, поджогами и покушениями. Вот в какой обстановке под замес попадает старший Шифрин. Меня посадит Люси. Они скажут, то вы вывозите танки, то лапшу. Меня посадит Люся. Да, кстати, посол Дэвис был не единственным американцем, закрывавшим глаза на сталинские репрессии. Вот в 1944 году Магадан, тот самый страшный Магадан, посещает вице-президент США Генри Уоллес. Наверное, дело в том, что колымским золотом с американцами расплачивались за ленд-лиз. Ведь помощь союзников даже в дни Сталинградской битвы не была бесплатной. Но вернемся к нашему бесстрашному футбольному обозревателю. Вот он рассказывает, как Высоцкий взял и прилетел в Магадан. По легенде говорят же, что это вообще какая-то спонтанная история была. Спонтанная, он был в аэропорту, да. Увидел надпись «Магадан» ближайшего рейса и полетел. Это близко к правде? Видимо, эта песня как раз он, что мне надоело ждать на Одессу, я поеду, полечу в Магадан. Я знаю, кто-то скажет зря, как так решиться, всего лишиться, ведь там сплошные лагеря, а в них убийцы, а в них убийцы. Ответит он, не верь, малве, их там не больше, чем в Москве. Потом уложит чемодан и в Магадан.
И тут же мы видим современного чувака в кабине машины, в которой едет Дудь. Чувака, который не мог купить билет, чтобы свалить из Магадана. Денег у него не было. Да, Высоцкий не последний в СССР человек был, не самый бедный человек, но в Магаданской области в те времена работали два аэропорта. И на авиабилет тогда, уверяю вас, хватало всем. Мой отец рассказывал, что студентами они могли спокойно слетать из Свердловска в Москву, например, чтобы просто погулять и пообедать, вернувшись вечером. Летали на стипендию, стипендии хватало. А как сейчас, в свободной, десталинизированной стране? Свобода перемещения? При Сталине такого не было. Тот же водитель рассказывает, как его безбожно кидали все на свете, как его обманывали, на деньги обманывали его же работодатели. Да, короче, когда я получал зарплату, он мне просто киданул вместо 80 тысяч, он заплатил мне 30. Ну, я ему сказал, аривидерчи, азазель, пошел ты нахер. Ну, а что такого? Подумаешь, швырнули на бабки. Бизнес, ничего личного. Ведь главное, предпринимательская свобода у нас теперь, правильно? Ну, это опять же хромает качество соляры. Она не настолько зимняя, насколько она должна быть. Перемешали зимнее, все, нищак. Пацаны, зимнее, течет соляра, как слеза. Заправляйтесь, едьте. А, сука, простоять это... проморозить руки и машину вот это проморозить, да, я бы, не знаю, я бы приехал, наверное, сжег бы, наверное, заправку. При Сталине такого не было. Страшная история. Сын доносит на отца. Зато сегодня такое абсолютно невозможно, ведь правда? Пионер Шеглов Коля. 23-го года рождения. Из села Порыбушки. В августе этого года сообщим официальным путем через почту. Через почту начальнику районного отдела НКВД о том, что его родной отец Шеглов Иван Николаевич занимается расчищением совхоза строительных материалов. Как можно на собственного отца написать заявление в прокуратуру? Ведь это значило бы, что общественное выше личного? А так ведь не должно быть в нормальном обществе, да? Мещанский суд сегодня вынес приговор отцу скандально известного полковника Дмитрия Захарченко по делу о фиктивном трудоустройстве и растрате денег банка. Вместе с ним на скамье подсудимых Владимир Корьевкин, председатель правления этой кредитной организации. Мы очень честные, не очень порядочные люди. При Сталине такого не было. Мы, честное слово, задолбались 2 часа слушать о том, как трудно было людям в Магадане. Трудно было, холодно было, страшно было, но не только им и не только в Магаданской области. Вот в Сталинграде не было трудно, в то же самое время, между прочим. В Ленинграде не было трудно, в то же самое время. В горящем Севастополе не было трудно, в то же самое время. Да вся огромная страна билась за жизнь, уходя под воду, горя в танках и самолетах, подрывая себя гранатами, идя на таран, погибая в партизанских отрядах, где пионеры-герои обмороженные ноги резали ручными пилами. Потому что всей стране грозил не бизнес-план тогда, а план ОСТ. Загуглите, что такое план ОСТ. Блин, а нам говорят, в Магадане тогда людям денег не платили. Бесплатно заставляли работать. Вот главная беда. Бесплатно и в суровых условиях выполняли тот труд, за который в обычной жизни им платили бы деньги. Зато теперь труд оплачивается по достоинству, да ведь? Именно поэтому народ разбегается с российского севера во все стороны и вымирает. Если в 59-м году население Магаданской области составляло 189 тысяч человек, а в 89-м году почти удвоилось до 400 тысяч, то сегодня это, вашу мать, меньше, чем при Сталине. 141 тысяча человек на январь 2019 года. И наш долговязый, имбецильный футболист не вдупляет никак, почему даже глядя ему в камеру, родственники репрессированных намекают, прямым текстом говорят ему, что надо бы назад Сталина, пора бы уже Сталина назад. Сталин молодец. Сталин выиграл войну, Сталин восстановил страну, Сталин был, наверное, кумиром. Ну, видите, как все равно народ воспринимает Сталина как победителя, как героя. И не как тирана, и не как... Давайте уточним. Это не только отец воспринимает, но и вы тоже. Да. Я не буду перечислять, что было сделано для страны и народа, даже не Сталином, не Сталином, всей советской властью. Я финишировать хочу одним единственным соображением. Зачем снят этот фильм? Почему его форсит Кудрин
и подобные Кудрину? Почему работает музей ГУЛАГа? Почему снимаются антисоветские фильмы и показываются в прайм-тайм? На бешеные бабки снимаются и показываются. Почему памятники устанавливаются? Почему открываются Ельцин-центры бесконечные с филиалами Ельцин-центров на руинах предприятий, работавших еще 30 лет назад? И почему все это не помогает? Не в Сталине дело, дорогие друзья. Дело в том, что всей этой ложью, всем этим гнусным враньем нас, в том числе молодежь, пытаются отвлечь от реальности, от реальной картины, от того, что происходит перед носом у каждого из нас каждый божий день. Но проблема в том, что все, что у нас перед носом, страшнее Сталина. И страх перед Сталином, о котором постоянно твердит Дудь, 2 часа твердит Дудь, это не такой страшный страх, как страх перед реальностью. И этим страхом перед реальностью фильм «Дудя» пропитан тоже, от первого до последнего кадра. Ты говоришь, новое поколение ничего не боится, ни воронков, ни лагерей. Ойли-ойли. Если 20 лет назад Россия сидела на героиновой игле, то сейчас она сидит вот на такой, на кредитной. Деньги друзьям. Приводите друзей, получайте займ. Ого! Беда и боль. Да, новое поколение пропитано животным страхом, вызванным экономическим, не палочным, не гулажным принуждением. Страхом безработицы, страхом заболеть и остаться без помощи, быть выброшенным на помойку. Страхом перед звонком коллектора, страхом перед вышибалами, страхом перед уличной бандой, которая проломит тебе башку, страхом перед группировкой вымогателей, страхом перед будущим вообще, перед будущим таким же матовым и непроницаемым будущим, как взгляд футбольного обозревателя по фамилии Дудь.